уже следующий, да? Угу. Ну, все это верно. Ну, как вы договорились? Так, какой следующий вопрос? Ага. Возраст партнеров в гармоничном взаимодействии. Вы знаете, много лет мы взаимодействуем с людьми, тема мужчина и женщина, я развиваю и через познание, через семинары, через индивидуальные консультации. И раньше, в прошлые времена, была такая мысль, установка во всех сферах, как пирамидка. На одном слое женщина, мужчина на ступень выше. В карьере, в материальном положении, в статусе и возрасте. И это считалось нормой и правилом. И в социуме, и энергетически, и психологически мужчина должен быть старше, как ведущий в пространстве, во всех реальностях реализации. Сейчас, в эпоху перехода, все настолько трансформировалось, что вновь рождающиеся люди, люди нового времени, люди эпохи, они энергетически могут быть старше тех, кто рождены раньше. Они приходят... То есть, правильно понимаю, физический возраст может быть один, а внутренний энергетический возраст другой. Приходят из более высоких вибраций, из более мощных структур знания, и вот эта вот энергетическая мудрость, энергетическая... Знание, оно делает человека, рожденного по паспорту позже, оно делает его старше. Поэтому сейчас все стало очень относительно. И возраст как таковой, он ушел из пространства значимости. Для меня самой это тоже открытие, в общем, последних лет. А вы как, кстати, думаете, сколько в энергетическом смысле? Наталья знает. Да. Это секрет? Смотри, сколько возраст. Озвучишь? 57. А ты как считаешь, сколько Наталья? Как чувствуешь? 55. Энергетически меньше.